Доброго времени суток. Продолжаю играть в Cities Skylines. Остановились вот на этом моменте. То есть дальше я не играл после нашей первой серии. Так, и я тут заметил интересную вещь. То, что у нас наконец-то разблокировалась покупка земли. И думаю, сейчас самое время воспользоваться. Приобрести небольшой участок. Вот, допустим, вот этот, вот этот. Я вот как планирую сделать? Течение у нас идет здесь, вот так вот, в этом направлении. И здесь у нас идет так вот, как я показываю. Я думаю, что добывать воду мы будем где-то вот отсюда, а слив происходить будет у нас вот сюда. Поэтому давайте купим сейчас, наверное, вот эту зону. 3000 она стоит, а это сколько стоит? Ну, минимальные какие-то отличия в цене. Хотя нет, тут у нас 5400, но этот кусок тут ничего интересного нет пока что. Поэтому берем вот эту вот часть. Покупаем ее. Все отлично. Так. Хорошо. Смотрим, что у нас по поводу электроэнергии. Пару домов появилось заброшенных. Трубы надо все-таки уводить подальше от промышленной зоны. От города, в смысле. С промышленной зоны... Надо уводить трубы подальше от города, я это имел в виду. А у меня тут идет труба максимально близко к городу. Поэтому... А чуть подкопим денег, чтобы 10 тысяч сейчас точно было с запасом. Что по поводу электроэнергии? Блин, она у нас закончилась, к сожалению. Подкопить не получится. Придется ставить опять эту ветряную вышку. Электроэнергия — это очень важно. Без нее ничего не работает. Ни трубы, ни дома. Все тупо начинают уезжать из города. Мне это не нужно. Иначе можно обанкротиться. Ускорить процесс. Так, электроэнергия есть. Сейчас чуть-чуть опять подкопим деньжат. Фермы наши тут. Фермы надо потом, думаю, будет увеличить. Немного. Так. Ну, я думаю, 1008 сейчас у меня будет. Надеюсь, на трубы хватит. Где-то в районе 8000. Вот эту трубу мы сейчас тупо сносим нафиг. И поведем вот в эту сторону. Так, все, 8000. Нажимаем паузу. Так, снести. Тут у нас дозер. Все, сносим. Сносим, да, хочу снести. Видите, просто у нас тут... Даже какую-то часть наших, как это называется, сельских полей, или что это у нас такое, чем мы там выращиваем. Короче, кукурузных полей всяких проходит не совсем хорошие трубы. У нас такого не должно быть. Так. Деньги есть. Все, повели трубу. Куда-нибудь сюда подаль. Нифига она стоит. У нас 7500. Как можно дальше от города пытаюсь отвезти. Меня не хватит. Блин, слушайте. Мне не хватает на отводную трубу денег. Еще на электричество нужны деньги. Да, надо было немного больше денег подкопить. Ну ладно, сейчас решим проблему. Давай, 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 давай. У нас появились индикаторы. То, что предприятиям некуда сливать отходы. Так, еще про электричество нужно не забыть. Готово, все, промышленная зона соединена с этими трубами. А вот электричество будет дорого стоить. Мне сразу и не хватит. Да. Сколько понадобится? Раз, два, три. Примерно 4000 где-то понадобится мне на электроэнергию, чтобы провести эти долбанные трубы. Фига, у нас температура 35 градусов, 36. Жаркий у нас тут климат. На отопление, судя по всему, тратиться не придется. Так, давай, 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 мне нужны деньги. Да, даже больше, чем я рассчитывал, получается. Проще было отдельную даже ветряную вышку тут поставить и не париться. Чем вот такой фигней еще заниматься. Так.
Потянули. Все, наконец-то. Работает? Работает. Все, наконец-то я сделал то, что я хотел изначально задумать. Это полностью отделить город от промышленной зоны в плане водопровода. Теперь в городе никаких болезней быть не должно. По идее. Так, вот это нафиг не нужно. Ну, как ни странно, я почему-то удивлен, то, что от города гораздо больше отходов в воду уходит, чем от промышленной зоны. Вот видите, маленькое пятно у нас осталось. И тут просто хрень такая огроменная. Кстати, эту трубу тоже надо будет увести в эту сторону, я думаю. Чтобы у нас тут было все чисто. Пока что не горит особо. Так, поэтому у нас появилась потребность в новых жилых районах. И мы открыли достижение. Развивающийся городок. Общественный транспорт, уникальное сооружение, автобусы, трамваи, такси, еще куча хреновых законов, куча дорог. Зашибись. Так, и плюс мне деньги дали. Давайте поступим следующим образом. Купим еще один участок. Это вот этот вот. Нифига, он подорожал, что ли? Реально, как я получаю ранг, участки дорожают. Он же стоил у меня 3000, что-то наподобие такой суммы, я помню. Так, хорошо, берем. Берем вот эту территорию. И с этой стороны я буду развивать тогда сельское хозяйство. Сейчас увеличим дороги. Давайте подумаем, как это лучше сделать. Так, допустим, сейчас разберемся, что тут кривовато получается, мешает одна ферма, снесем ее нафиг. Сделаем вот такую вот территорию. Да. Так, деньги есть, 28 тысяч. Кстати, надо бы поставить еще школу новую. Образование. Так, образование, высшая школа. Поставим ее здесь. Места всем хватит, надеюсь. Так. И еще мы открыли интересную штуку. Улучшенная ветровая установка. Стоит она 12 тысяч, и энергию она дает нам тоже больше. Тоже попозже поставим. Энергии у нас пока хватает. Но это пока что. Так, хорошо. Так. Ставим паузу, потому что я тупанул чуть-чуть сейчас. Надо было зону сельского хозяйства увеличить в этот сектор. Так. Нормально. Наверное. Так, что это такое? Недостаточно образованных работников. Но если я школу поставил, в принципе, проблема должна решиться. Так. Взрослые, молодежь, без образования, с образованием. Угу. Медицина, все зашибись. Относительно. Пожарка. Вот тут бы пожарку со временем не помешало бы поставить. Так. Дороги. Что по поводу дорог? Начинают появляться пробки. Это не есть хорошо. Так, сейчас подкопим деньжат и думаю, что мы вот эту дорогу заменим на что-нибудь поинтереснее. Что нам могут предложить? Шестиполосная дорога. Вот ее будем ставить. Так. Также требуются жилые зоны. Очень большой спрос на жилые зоны.
Двухполосная гравийная дорога. Нет, это вообще уж смешно. Но, судя по всему, рабочих мест людишкам хватает. Это хорошо. Так, подливаем, значит, зону для людишек. Вот этого, я думаю, хватит вполне. Так. Тут немного промахнулись, ну ладно. Бывает. Сделаем так тогда. Немного непонятная для меня система с соединением дорог, блин, кривая. То ли я кривой, то ли дороги как-то странно сделали. Их надо продлевать, потом сносить, чтобы дотянуть до нужного места. Пока я тянул дороги, все деньги закончились. Так, хорошо. Фермы понемногу начинают появляться. Потребности в рабочих местах у меня вообще никаких нет. Что по поводу водопровода? Тоже нету. Пока что такое, да, реально относительно квадратный город получается. Нам сначала нужно стабильно сделать, чтобы у нас был доход, все вот, все зелененькое было. Потом уже будем думать. Возможно, я сделаю в будущем какую-нибудь масштабную, такую большую зону промышленную, огромную. Так, давай. Все, нормально. Опять денег нету, блин, что за фигня? Или что ему не нравится? Так, хорошо. Пока меня все устраивает. Людей, надеюсь, тоже. Меня, как мэра города, все устраивает. Так, кладбище. Я хотел, насколько я помню, поменять дорогу. Но для этого нам придется как-то отодвинуть, что вот это вот такое. Пожарка. Полицейский человек умер, и тело необходимо перевести. Ай, нифига себе! Для этого нужна как раз... Нужно кладбище строить. Сурово, сурово. Дорога пока немного отменяется на какое-то время. Так. Я понял. Вот как мы их будем переносить, я пока не знаю. У меня с этим вообще никакого опыта нету. Видно, что уже появляются реально такие приличные пробки. Что это такое? Люди заболели, почему-то передохли все. А почему? У вас же есть здоровье. Больных горожан. Доступно кое-кто. Ну, так работаете? В чем проблема, не могу понять. Может, кладбище реально надо, чтобы как-то это все лучше, блин. Так, кладбище. Ну, кладбище пусть у нас будет. Так, где же тебя засунуть-то? Пусть здесь и будет нормально, короче. Так, вот самое интересное, как я сейчас это буду все переносить. Я реально планирую увеличить дорогу. Блин, чё ж вы все дохнете, я не могу понять. Господи Иисусе, так. Нету электроэнергии. Нифига себе у нас проблемы с электричеством. Но мы тогда сделаем следующим образом. Как тут увеличить? Производительность можно увеличить каким-то образом. Нажать, наверное, надо на нее. Так, сейчас, подождите. Никогда этим не занимался. Экономика. Бюджет. Так, хорошо. Увеличим на 125% временно. Потом вернем обратно. Надеюсь, что сейчас что-то изменится. Давай. Расти. Больше энергии. Почти выровнялись. Неплохо.
Стабильно держимся. Так, надо подкопить деньжат. И купить нормальную электростанцию сейчас будет. Пока что есть такое временное решение увеличить производительность ветряков. Так, что-то не получается у меня электроэнергию нормально обеспечить городу. Все очень плохо. Ладно, давайте по максимуму. Выжмем все, что есть, на 150%. Так. Почти. Сейчас будут деньги. Готово, все. Поступим следующим образом. Нажмем на паузу. И поставим вот такую фигню в воде. Насколько я понимаю, она в воде у нас работает. Ожидаемая мощность 20 мегаватт, да? Блин, надо было тут стоять. Тут у меня как раз уже провода, блин, есть. Немного тупанули. А денег, чтобы провести электролинию передач, пока нету. Понятно. Все. Надеюсь, все будет зашибись. Возвращаем бюджет в нормальное русло. 100% у нас было, насколько я помню. Смотрим результата. Да, всего хватает. Хорошая достаточно электростанция. Че ж люди-то болеют, не могу понять. У вас же есть врачи. Нормальная эксплуатация. Пациентов 90 из 100, еще 10 коек. Пациентов вылечено на прошлой неделе 7. Используется машину. Непонятно. То ли еще одну ставить надо. Непонятно пока мне. Так. Пробки тут уже реально серьезные. Надо шестиполосную будет. Нифига тут у нас, смотрите. А, я понял, они с ферм едут на эти предприятия, там что-то обрабатывают. Угу, все взаимосвязано получается. Так. Для дорог, я думаю, мы сейчас подкопим около 10 тысяч, чтобы точно хватило. Доход идет, и это хорошо. Потому что перенос зданий, вот видите, тут здания, их надо будет сейчас куда-то в бок переносить. У нас пожарное депо и полицейский участок. Надеюсь, все получится. Сколько это будет стоить, понятия не имею. Так. Пять людей болеют. Больные люди. Все, 12 тысяч, нормально. Поступим следующим образом. Обязательно ставим на паузу. Сносим, сносим, сносим. Ставим шестиполосное. Где у нас это? У нас шоссе. Это не то, это слишком круто. А вот это в самый раз, я думаю. Так, блин. Как тебе перенести? Слишком много объектов придется переносить сейчас. Так, перенести. Переместить здание. Вот сюда, допустим. Продолжаем дорогу. Хорошо. Так, теперь хочу в городе все изменить. Вот эти вот здания изменить надо. Перенести, в смысле. Так. Полицейский участок. Куда же тебя поставить? Короче, пусть стоит здесь вместо магазинов, нормально. Так, и пожарное депо. Сколько это будет стоить? Денег на перенос не хватает. Сейчас будут, не проблема. Деньги есть, переносим. Так. Надеюсь, хоть как-то это разрулит ситуацию с пробками. Сейчас придется много домов сносить, потому что я хочу провести дорогу до конца вот туда вот. Потому что видите, что происходит. Я понимаю, что многие постройки сейчас будут тупо уничтожены. Что поделать, блин. Так, на всякий случай поднимем наш бюджет до 8 тысяч опять, чтобы хватило. Мало ли что случится.
Нифига тут пробки, тут просто жопа, короче, полная. Не думал, что с ферм столько грузовиков поедет на предприятие, не ожидал такого. Так, пауза. Сейчас полгорода оставим без дорог. Так, дома, надеюсь, он сам снесет. Хорошо. Это что тут такое мешает, не понимаю. Что это? Начальная школа, ёб твою мать. Слишком много косяков сейчас у нас. Так, перенести здание ближе к той части. Много домов снесли, блин, придется восстанавливать. Так, и как я планировал, до конца города. Проводим дорогу. Все, все, что я хотел, я сделал. Так, соединяем. Ну, по крайней мере, я надеюсь, тут в ближайшее время никаких пробок точно не будет. Шестиполосная все-таки дорога. Это не шутки. Так. С дорогами всегда проблемы, дамы и господа. На них еще денег до хрена уходит. Только сейчас заметил. Я думал, тут трубы с электричеством самое дорогое удовольствие. Оказывается, нет, блин, дороги тоже в копеечку улетают. Так, тут что такое мешает? Школа мешает. Ну ладно, так оставим, нормально. Так, соединить. Соединить. Теперь восстанавливаем сами зоны. Магазины. Магазины и дома. Вот. Ну и тут пару магазинов тоже поставим, потому что в них есть большая потребность. Фух. Так, и поскольку много грузовиков у нас уезжает с ферм, надо что-то тоже думать. Так, что мы можем тут сделать? Давайте сделаем следующим образом. Сейчас, я думаю, снесу вот эту вот дорогу и сделаю тут четырехполосную. Четырехполосной будет хватать, надеюсь. Чтобы вот этого вот безобразия у нас не было. Потому что я собираюсь развивать вот эту территорию дальше. Больше ферм там ставить. В недалеком будущем. Так. Купим деньжат. Нифига тут. Видите, что происходит? Посмотрите. Вот из-за этого. Вот. То, что они все выезжают оттуда. Так, сейчас. Сейчас, надеюсь, все разрулим как нужно. Хотя, подождите. Можно вообще сделать отдельно. Вот, допустим, отсюда постараться провести вот прямо сюда, чтобы вот это вот тут не происходило на въезде в город. Сколько на это денег мне понадобится, интересно. Что-то в таком духе. Блин, почти. Как-то так. Повлияет ли это вот на эти пробки? По идее, все должны теперь по этой дороге ездить на фермы. Время покажет. Так. Хорошо, что у нас на свалке происходит? Давайте посмотрим. Свалка заполнена с 52%, это не смертельно. Так, тут он. У меня, насколько я знаю, разблокирована вот такая штуковина. Сейчас покажу. Район, однорайонный, район. Вот, добыча, горнорудная промышленность. Можно сделать здесь несколько таких зон, допустим. Сейчас посмотрим. Но большая неприятность в том, что на этом месте у меня уже стоят обычные промышленные здания. Поэтому я сейчас делаю так. Сделаю я следующим образом. Так. Двухполосная дорога будет нормально, думаю, сейчас. Как раз кстати. Я сделаю новую зону для промышленных предприятий, обычную.
вот который сейчас у меня вот тут внизу находится. Так. Например, вот так вот пусть будет. Так, тут обычную дорогу поставим. Так, электростанция. Электростанция пока пусть остается. Сейчас на паузу нажму. Зоны, зоны, зоны. Зоны. И наши зоны. Чего-то я как-то туплю сегодня жестко. Так, смотрите, что я сейчас сделаю. Выбираем зоны. Создать. Так, новую зону. Вот так вот. Отделим ее. Примерно вот так нормально будет. Так. Что это будет? Старая зона. Вот это будет обычная зона сейчас у нас. Это обычная, ставим обычная. А это у нас останется горнорудная, станет горнорудной промышленностью. Вот эта вот территория. Тут у нас будет руду добывать. По идее, это должно повлиять на наш доход, увеличить его в казну. Сейчас у нас 3600, запомним. Сколько будет, пока не знаю. Так, и вода, вода. Нужно больше воды протянуть в эту территорию. Как-то так. Да. Что из этого выйдет, не знаю. А, и еще один момент. Пожарные датчики. Потому что тут очень большой риск, что что-то загорится. Так, 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 где они? Установка датчиков дыма. Давайте еще переработку отходов добавим. Появилось у нас, не заметил. Так, экономия воды, экономия энергии пока не ставим. Запрет курения нет. Легализация легких наркотиков может сделать, чтобы им повеселее работалось, так скажем. Ну вот как-то так получается у нас. Надеюсь, это повлияет на наш бюджет в положительном смысле. Так, также можно увеличить стоимость земли в этой, в этом месте. О, смотрите. Грузовики активно тут у нас начали раскатывать. Так, что еще мы можем сделать? Давайте подумаем. Я хотел сделать в этой зоне пожарную станцию. Сколько она стоит? Стоит она у нас 12 тысяч, пожарное депо. Придется подкопить деньжат. Электроэнергия имеется, деньжат нету. Так, пожарное депо, я думаю, сделаю... Вот где-то вот здесь поставлю, чтобы частично вот эту территорию охватывало вот сельское хозяйство и наши вот эти вот промышленные зоны. Так, тут у нас серьезные пробки появляются. Со временем будем менять дорогу. Тоже поставим шестиполосную, скорее всего, думаю. Можно, кстати, так сделать. Частично разгрузить вот эту территорию. Пусть попробует. Так, 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 так. Пожарное депо. Все, деньги есть на пожарное депо. Зашибись. Ставим тебя здесь. Хотя, по идее, не знаю. Вся промышленная зона, она будет у меня в эту сторону развиваться. Может, все-таки ближе сюда. Ладно. Пока оставим здесь. Придет время, поставим еще одну штуку. Так, хорошо. Более-менее пожарная безопасность у нас тут разрулена. Ситуация. Вот. Что я могу сказать. Так, что у нас еще есть? Увеличить стоимость земли можно. Для этого нам нужен парк. Какой-нибудь сквер. Так. Людишки. Людишки оценили. Какая-то проблема с водой. В чем проблема? Не хватает электроэнергии? Электропотребление 75. А почему не хватает? Потому что у нас... Угу. Я понял.
Потому что надо все соединить. Так, хорошо. Все, хорошо, есть. Решили проблему. Вот тут надо, думаю, продолжить, по идее, шестиполосную трассу вот эту вот. Потому что какая-то хрень мне не нравится вообще. Опять придется сносить все. Так. Тогда ставим нормальную скорость. Передвинуть вот эту башню. Ее можно передвинуть, я же надеюсь? Передвинуть. Куда-нибудь сюда вот, подальше. Так, это нафиг, хотя нет, подождите. Что-то не так, мне не нравится. Паузу нажму, потому что передвинули башню. Зона без воды осталась. Так, пока что вот эти все электростанции, линии передач снесу, чтобы мне проще было ориентироваться. Попробуем сделать так. Так. Хорошо. Так, зона занята. Эту штуку надо вернуть назад. Ну, так тоже можно. Так тоже можно. Так, что еще? Электроэнергия есть в городе? Угу. Дальше. Деньги пока позволяют. На всякий случай еще поднакопим. Вот тут надо что-то делать. Тут просто какая-то задница происходит. Какие-то нереальные пробки. Надо срочно менять все это. Все, что тут есть. Все эти дороги. Сейчас запаузим. Поставим тут вот такую вот тему. Нормально. Господа, подождите, мы тут строим дороги. Твою мать. Чё-то какой-то вообще ни о чем строитель из меня. Что ему мешает, я не понимаю. Что это такое? А, это парк! Какого хрена он тут делает? Так. Переместить. Сейчас, короче, все заводы посносим за дороги. Ну, ничего, новые построят. Вот жаль, вот эти готовые постройки нельзя переносить. Все. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. Так. Ну вот, как-то так, дамы и господа, как-то так. Мне кажется, что я сейчас очень много косяков всяких разных наделал. Ну, опыт приходит со временем, так скажем. Так. Ладно. Включить шестиполосные. Хотя подождите, что я сделал? Подождите. Нет, все нормально. Показалось. Так. Тут какая-то жопа уже происходит почему-то. А куда это они все едут? Вам сюда зачем, господа? Вы куда поехали? Да. Ладно, короче, к черту эти дороги, с ними потом отдельно будем разбираться. У нас тут потребность в жилых зонах появляется. Меня это сейчас больше волнует. Дороги пока что не так критично. Так, на паузу нажмем. Тут, кстати, тоже
не помешало бы сделать нормальные дороги. Например, вот как-то вот так вот провести, не знаю. Ладно. Сделаем следующим образом, как говорится. Так вот, так вот, и вот так вот. Промахнулись чутка. Так, соединяем. Сразу проводим воду. Вода — это все в нашем городе, на которую денег у меня не хватает. Так, вот так вот. Теперь делаем зоны. Жилая, 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 жилая и нежилая. Вот, пока что оставим все как есть. Да. Пробки мне эти совсем не нравятся. Надо что-то будет думать с этим делом. Так, что ж. Думаю, господа и дамы, можно на этом пока прекратить. Продолжим в следующий раз. Будем увеличивать территорию с фермами. Надо больше ферм делать. И по поводу дорог я что-то придумаю, вот, потому что это просто безобразие. Хотя даже можно сейчас попытаться решить эту проблему. Например, вот так вот. Чё, ему не нравится? Может, вот так вот? Да. Как-то так, как-то так. Электричества ни хрена уже нету. Наконец-то я решил полностью проблему с водоснабжением в городе. Сделал абсолютно три разные системы. Зачем? Объясняю. И показываю. Первое. Промышленная зона, вот она. Добыча воды, слив в эту реку. Слив, в принципе, со всех зон идет в одну реку, потому что течение уходит куда-то туда вниз, и нормально. Так. Добыча. Теперь добыча. Тут у нас два насоса, они добывают воду для города. Вот вся эта система. Она не соединяется с сельским хозяйством ни в коем случае. Вот. Слив происходит тоже сюда. И сельское хозяйство. Насос. Ну не насос, а вышка стоит отдельно. Снабжает всю территорию. И слив происходит тоже у нас в этот насос. Они ни в коем случае вообще не пересекаются. Это три абсолютно разные системы, чтобы не было никаких заражений в городе. Вот такая вот фигня, блин, потому что у меня пока что лечатся все пациенты с прошлого неудачного инцидента, когда вода была заражена. Что ж, думаю, на этом все. Всем спасибо, что посмотрели, всем пока.